Привет! На это можно заработать полторы тысячи долларов и по меньшей мере набрать семь с половиной миллионов просмотров. Согласитесь, это отличный результат, причем ну, контент на этом канале очень простой. Да? Давайте я вам покажу. Канал называется Prismatics. И смотрите, 1 миллион подписчиков он набрал на этих простых игрушках. Что же из себя представляет эти игрушки? Fright Night Funkin. Это обычная игра, где вот смотрите, да, О, какое безумие тут происходит, да. Ну вот, он нажимает клавиши в разные стороны и играет, и тем самым зарабатывает денежки, да. То есть мы с вами видим, что таких вот игрушек он наснял огромное количество. Это все одна игра. И вы меня сейчас спросите, где же взять эту игру? Мне что, придется устанавливать ее себе на компьютер? Нет. Эту игру можно играть даже на мобильном телефоне. К сожалению, у меня его под рукой нету. Да? На айфоне, вот я, допустим, на, на 12 айфоне у себя играю и прекрасно Прекрасная игрушка, можно как-то убить 10-15 минут, тем более, что записал игру, выложил в YouTube, все, она там сама по себе зарабатывает денежку. Это же круто, да? То есть, смотрите, этот канал а, в пике у себя набирал 168 миллионов просмотров. Это по меньшей мере, где-то 20-25 тысяч долларов. Вы просто вдумайтесь, 25 тысяч долларов. Это же ну, круто! Кто бы хотел зарабатывать 25 тысяч долларов? Напишите в комментариях. Классно же, классно думаю! Да, поэтому а, вот. Вот, смотрите, сейчас, конечно, набирает этот канал поменьше, но таких тематик очень много, в которых можно набирать такие вот просмотры и зарабатывать по 25 тысяч долларов, по 10 тысяч долларов, согласитесь, это намного лучше, чем ходить на работу, выполнять какие-то нудные поручения руководителей и так далее, и так далее, ну, сами все это знаете, да, не мне вам рассказывать, как это бывает грустно, сам работал, проходил, три года уже не работаю и кайфую, кайфую от Ютуба. работаю только здесь, да. Поэтому вот, вот такой вот. Как же, где же взять вот эту вот игру? Нигде скачивать ее не нужно, устанавливать ее не нужно. Мы заходим в Яндекс или в Google, в поисковую строку вбиваем Friday Night Funkin' и нажимаем поиск. И вот здесь вот огромное количество этой игры. Можно в разных видах ее поиграть. Нажимаем вот, допустим, на Яндексе, да? Вот она вот тут у нас сразу эта игра появляется, она загружается, закрываем рекламу, идет загрузка этой игры, нажимаем любую клавишу. И все, смотрите, смотрите Погнали, погнали играть, погнали играть Давайте, оп Все, история начинается у нас да? История, так сказать, нашего заработка Нажимаем обучение, проходим обучение Потому что нужно понять, что же тут делать И пока игра загружается, мы нажимаем Вот, смотрите Игра, на самом деле, сама по себе, она даже веселая Да, то есть это такой бит идет Прикольный И вот нажимаем в стрелочки в разные стороны И все, вот смотрите Влево, вправо Влево, вправо, влево, вправо, влево, вправо. Ну и все, и вот так вот играете, играете, играете и играете. Игру можно записывать, вот я сейчас ее записываю, с помощью программы OBS можно установить, да? А если вы, допустим, играете у себя на компьютере, да? Как это делаю я, можете с программы UBS записывать. Если вы играете у себя на телефоне, вы можете записывать ее также на телефоне. Там можно это сделать очень и очень просто, особенно если у вас там iPhone. Это вообще элементарно, да. Поэтому вот такая вот замечательная игра, ее можно установить, вот с помощью UBS записать и выложить в YouTube, да. То есть я много раз показывал на своем канале, как это делается. Ну, согласитесь, элементарно, элементарно. А если вы хотите зарабатывать также на YouTube, то вы знаете, куда нужно обратиться. Ссылочка находится в описании. Там есть сайт специальный. Все, там обучение можно пройти просто. Вот. Если вам видео понравилось, ставим лайк, подписываемся на канал. Впереди еще много, много интересного, да? Ну, YouTube one love просто, просто YouTube. Люблю YouTube. Ладно, на этом у меня все. Пока.